Ростелеком оснастил 7 подстанций скорой помощи системой облачного видеонаблюдения. Технология призвана помочь медицинским работникам выполнить все требования безопасности и сдержать распространение коронавирусной инфекции в Чувашии. Сотруднику Ростелекома предстоит войти в помещение, где с большой долей вероятности есть вирус COVID-19. В комнате, где медперсонал после контакта с зараженными обрабатывает костюмы спецзащиты, он должен установить камеру видеонаблюдения. Сигнал с нее поступит в главный корпус Республиканского центра медицины катастроф. На всех наших подстанциях находятся камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения. Для контроля качества использования средств индивидуальной защиты с целью контроля дезинфекции, обработки и для безопасности наших сотрудников. Специалисты Ростелекома оснастили облачным видеонаблюдением подстанции скорой помощи в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Ядрине, а также в селах Батыревского и Вурнарского районов. В случае нештатной ситуации запись с камеры поможет медицинским работникам разобраться в проблеме. Данные, которые фиксируют камеры, отправляются в облачное хранилище. В течение 2 недель сотрудники медицинского центра могут посмотреть любой интересующий их фрагмент записи. Ну и наиболее удобной, наверное, функцией данного продукта, на наш взгляд, является возможность просмотра вот контента, который сосредоточен в облачном хранилище, на любом мобильном устройстве. Не только на стационарных компьютерах или планшетах, мониторах, которые установлены в центре. Вот, поэтому это позволяет очень быстро реагировать и решать, ну, разные задачи, которые стоят сейчас и перед Минздравом, и перед администрацией республики в целом. Александр Соловьев, Валерий Резюков, Республика.